Всем привет! Из-за того, что я поставила себе цель до конца года переписать вторую часть, запечатанную истину, то есть вторую книгу, я сейчас практически не рисую. Именно по этой причине, после покупки планшета с экраном, я довольствуюсь только встречами и не очень дорогими, не очень долгими работами. Максимум на часа 4. Порисовать-то хочется, а время тратить много я себе позволить не могу. Надо же опробовать покупочку, потестить, понять, каково это, и убедиться, что не зря потратилась на него. Каждый раз, когда сажусь рисовать, думаю, что же нарисовать. Я никогда не рисовала диджитал-портретов. Вернее, рисовала когда-то, но это так было давно, что аж кажется, что этого не было. Да и на канале таких видео еще не опубликовала. Исходя из названия, вы поняли, что рисую я корейского актера. Если вы не любитель корейской культуры, то это видео, возможно, вам не зайдет. В любом случае, вы просто можете посмотреть процесс. Выбор пал на Ким Сок У. И, скорее всего, это из-за недавно просмотренной дорамы, случайно найденной Хару. Очень уж она мне понравилась, эта вторая драма, с момента, как я начала увлекаться драмами, которая была связана с писательством напрямую или косвенно, но погружающая в этот вид творчества целиком, а не так поверхностно, типа персонаж, писатель и все. За время просмотра я успела подумать над многими вещами этого направления. И хочу еще подобных драм. Очень. Но видео не о них, а о портрете. Я сделала для себя рамки, что я не буду усложнять и рисовать точный портрет. Просто накидаю стечи, делаю легкий покрас на раз и два. А у меня не было как бы цели делать портрет похожим, узнаваемым. Я не надеялась на хороший результат, просто кайфовала от процесса. Несмотря на простую рисовку, мне нравится, что получилось. Обязательно пишите в комментариях, снимать ли еще видео с такими же нереалистичными портретами звезд. Хотела сделать конкурс на простенький портрет такой же техникой, но потом подумала, активности на канале очень мало, подписчиков тоже, участвовать, собственно, и некому. Отложу-ка, я думаю, лучше для лучших времен этот конкурс. Вместо этого я открыла в группе альбом, куда можно скинуть свои интересные фотографии, только свои и только где на фото лицо, ну, чтобы рисовать портрет. Когда мне будет скучно и нечего представить, буду рисовать подписчиков, чьи фотографии мне понравятся. Просьба, плохого качества фото не загружать, я буду их игнорировать. И еще важным условием, за счет которого я буду рассматривать фотографии, является подписка на мой канал и на группу. Буду выбирать только тех, кто подписан в описании к фотошоп, в описании фото. Пишите свой ник на YouTube канал или Google аккаунт, чтобы я могла определить, подписаны вы на меня на самом деле или нет. Все нужные ссылки я оставила в видео в описании, посмотрите, перейдете. Вдохновение и всем пока.